Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает, и кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе, как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте, ссылочку я оставил в описании. Ну здравствуйте. Там «Время и стекло» играет, охуенная группа. Ебать, вас уже 500. Надя Дорофеева, любовь. 600. Бля, братан, что-то они растут, пиздец. Давай не про цифры, бро. Не, ну я просто охуел. Это, Женя, здорово. Стха, ни от кого не слышал этого стха. Пиздец. Я даже забыл уже. Сегодня был концерт в Калининграде. И он был очень крутой. Прям вот спасибо, большое спасибо всем, кто пришел. Всем, кто отдавался сегодня, пел вместе со мной, срывал свой голос вместе со мной. Это очень важно было сегодня, потому что я переживал перед своим первым сольным концертом. Но теперь я раскрылся, потому что... Ну так всегда бывает, когда выходишь на сцену, волнуешься, думаешь, бля, вдруг не примут. А в итоге, чё? Это всё ваша любовь. И ничего более. Hello. Я не знаю, сделаем ли мы когда-нибудь концерт в Тагиле, но посмотрим. Это, что я хотел вам сказать. Ждите все остальные города осеннего тура. Ну вот, Краснодар, Ростов и Воронеж будут, короче, весной, в апреле, там, с 19 по 21 апреля будут эти концерты. Поэтому все, кто хочет со мной увидеться, приходите, пообщаемся. И обменяемся энергией. Это ведь так важно. Вот, Калининград крутой город. Когда здесь тепло, здесь, конечно, получше. Но меня греет песня «Время и стекло». Я не знаю, что такое Шатура. Есть такой город Шатура? Шатура? Я не знаю. Вам, конечно, будет. Не спрашивайте про города, где я уже был, потому что они стопудово будут. Минск, Киев, Харьков, все вот эти города тоже будут. Я про них не забыл. Таллин, Рига. Не переживайте, я про всех помню. Поэтому вот, не парьтесь. Тур по Украине будет. Но не буду называть сейчас никаких дат. Да, пофиг на этот 1К. Просто я тут не за этим. Какой тебе совет дать? Я тебе даю совет определиться. Нахожусь. Я сейчас в Калининграде. Москва, а Москва не скоро. Москва это секрет. Скоро узнаете, когда Москва. Но на Москве будет презентован и My Soul, и Teenage Love, который выйдет. И еще дохуя всего. Клип на звезду скоро будем снимать. Об этом вы уже все знаете, я думаю. О, American Rap Music написал. Good. Здрасте. О, Вите надо выйти, играет. Да, я гермафродит, бро. Не девушка и не пацан. Понял? Он просто спрашивает, ты девушка или кто? Пошел нахуй. Слышал, да? Пошел нахуй. Подальше камеру отодвинуть, вот так? Окей. Teenage Love. Весной, не знаю точно когда, но не буду никаких точных дат вам называть, просто ждите. Я сегодня на концерте, кстати, новый трек презентовал, поэтому ищите его. Не
буду я ничего показывать. В Казахстане, да, я бы хотел туда заглянуть как-нибудь. Не знаю, когда, но я бы туда заглянул. Видите, надо выйти и каким-то людям из этой трансляции тоже пора выйти. Уже весна, ну такая весна, я не знаю, как назвать эту весну, ужасная весна. Выходишь на улицу и вроде не весна, а вроде февраль. Мерч будет, да, ждите мерч скоро, очень скоро. Я сейчас рисую его с Шули и его художниками. Вот, там будет все очень круто, вам очень понравится, я в этом уверен. Но пока не буду ничего обещать, то это как-то глупо. Три слова? Да не особо долго, но старался, да. Очень крутой трек, мне тоже нравится. И под звуки нравится, и три слова нравится. Круто, что вы его слушаете. Ждите, ждите меня в своих городах, ждите просто тура, и когда объявится тур, там будут все города, вот, я не буду говорить точно, когда это будет, нет, не будет, ну, нет, мерч будет не очень дорогой, не переживайте, не как те толстовки, которые были, они просто на тот момент... Они разошлись, по-моему, даже уже все. В Екатеринбурге будет концерт железобетонный, но не скажу когда. Какая вам разница, с кем я общаюсь? Вас не должно это волновать. Спасибо. Да, глаза большие. А я вас люблю. Искренне и без вранья. Арсен, расскажи, где найти биты. Я не знаю, братан. Ни с кем бы я не хотел фит, и если бы я хотел фит, то я бы написал уже этот фит. Привет, ты стал одним из лучших. Я не знаю, это не я решаю, а вы, мне похуй, кто там лучший, а кто там худший, пусть там в жопу друг друга ебут. В смысле, Лил Смуки за биты не предъявил, Лил Смуки мой братан, он мне отдал этот бит. Там папа раскол пришел. Раскол где? А, опа, у меня 10%. И только мне стукнуло 10%, и сюда подошел раскол. Подписывайтесь на этого пацана. Это культ, культ, культ. Раскольников здесь. За раскола порву. Как грелку. А? Ждите клип раскола. Ждите клип раскола, да. У него завтра клип выходит. Или... Когда у тебя... Завтра же, да, вроде? Братан, у тебя завтра клип выходит. Мы решили, блядь. Ну, короче, у него скоро выходит клип. Ждите его клип, там вообще мясо полное будет. Он начал делать вообще музло прям. Не подписывайтесь на раскол. Не подписывайтесь на раскол. А, на следующей неделе, у него на следующей неделе выходит клип. Поэтому поддержите его максимально. Не, бро, дела. Ксанакс не буду. Пока что. Teenage Love. Teenage Love — это твоя любовь, это молодость. Да, слышал, прикольный трек. Вначале я, конечно, его не понял немного, а потом... Там куплет классный. Я не буду сбривать свои брови. Давай связь, братан, любовь. Нет, я не хочу дреды себе. Это какое-то извращение.
личное дело каждого. Ну, это личное дело каждого, но в моем случае это было бы извращение. Я бы выглядел как Тимати в лучшие годы. Я не буду принимать запрос на прямой эфир. Что вам спеть? Не могу я ничего петь. Вот вам чувак поет. Лёва вам в натуре споет. Не я. Нет, Морти Морту идут дреды. И это круто, что он их сделал. Нет, не будет. Я Файзер. Господи. Фара не лучший, братан. Фара лучший. Такой ты тупой, конечно. Да, у нее все отлично. Никак. Я не буду ее петь, я сижу сейчас не в том месте, чтобы петь. Короче, я думаю закруглиться, поэтому... Спасибо всем за концерт в Калининграде, всем, кто пришел. Ждите на юге меня. Ростов, Краснодар, Воронеж. Скоро будет очень много нового материала. Вы просто не... Ну, не буду, короче. Не хочу быть многословным, но его будет много. И он очень крутой, поэтому... Будьте в курсе, следите за социальными сетями и... Спасибо, что распространяете мои последние треки. Это очень классно. Любовь всем вам.